Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите спецвыпуск новостей Кавказа, посвященный 18-й годовщине революции РУС. Да, сегодня уже 18 лет с тех пор, как в Грузии произошла революция РУС. Событие, о котором много говорят, но о котором до сих пор мало кто знает, тем более за пределы Грузии. Много лет назад, в 2009 году, я написал очерки Миши и его команда, и одна из глав, она была посвящена как раз-таки революции РУС. И знаете, и после этого я их не перечитывал, конечно. Вот захотелось сегодня перечитать, если я с чем-то буду не согласен с собой тогдашним, а это вполне возможно, потому что за 11 лет человек меняется, то с удовольствием поспорю с собой, ну и думаю, что в комментариях вы тоже отметитесь. Кстати, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, комментируйте, это очень важно для развития канала. Итак, революция РУС. Я вспоминаю одно и то же. 23-е, первый день. Простите меня за перефраз стихов нашего великого земляка, великого эмеретинского поэта Владимира Маяковского. Тем, кто не в курсе, Владимир Маяковский родился в Багдаде. Это Грузия, Эмиратия, регион. Поэтому я так его фамильярно называю нашим, но он наш. Причем наш грузинский, наш кавказский. Так вот, у него было 25-е первый день, а вот когда я думаю о революции РУС, мне постоянно приходят на память именно эти строки. Долгое время большинство русскоязычных зрителей, читателей рассказывалось о том, что данное событие было спланировано и организовано в коридорах Лэнгли. Технологии отработаны, роли расписаны с точностью до минуты. Более того, сегодня, спустя годы, многим и в Грузии кажется, это хорошо спланированным спектаклем. Не хочу переубеждать сторонников теории заговора. Расскажу о своих личных впечатлениях и выводах, к которым я пришел, размышляя о событиях тех дней. Сразу же оговорюсь, данные выводы являются сугубо личным мнением и не претендуют на истину последней инстанции. То, что старому лису пора на покой, было ясно еще в конце 90-х. Страна, начавшая было возрождаться подобно фениксу из пепла, погрязла в болоте безысходности. Выскажу немного циничную вещь и вместе с тем довольно очевидную. Если бы Эдуард Шеварднадзе погиб во время покушения в феврале 1998 года, он бы вошел в историю Грузии как герой и мученик. Однако этого не произошло. Бронированный Мерседес, подаренный другом Гельмутом, речь идет о Гельмуте Коле, канцлере Германии, выдержал прямое попадание мухи. А гаишник Армен, вышедший на традиционную вечернюю рыбалку, вывез перепуганного президента на личности шестерки с места событий. Тут одно уточнение. Вывез не он, конечно, а охрана президента, просто воспользовалась. А чтобы вы понимали, что такое рыбалка, рыбалка в кавычках, просто за гаишник вышел традиционно на свое место собирать деньги по 5 лари, по 2 лари с водителей, потому что ему нужно было наверх отдавать долю. Я знал этого водителя, он жил недалеко от того офиса, в котором я тогда работал. Кстати, там же я и жил, наверху было типа гостиничных номеров, там же я и жил тогда, поэтому это покушение я помню, так сказать, очень хорошо. Более того, я через буквально несколько минут потом подошел уже к месту происшествия, видели мы этот дымящийся Мерседес, и те, кто говорят, что это была инсценировка покушения, говорят неправду. Так или иначе, Шеварднадзе выжил. И вся последующая история Грузии – это история вялых попыток власти сохранить систему. Вопрос о смене власти, пожалуй, самый болезненный вопрос на всем постсоветском пространстве. Объясняется это просто. В силу отсутствия института неприкосновенности собственности, вопрос о смене власти почти неизбежно становится вопросом передела собственности. А это более чем серьезно. На постсоветском пространстве господствующая во всем мире схема «деньги, власть, деньги» заменена другой схемой – «власть, деньги, власть». Так или иначе, вопрос, как пройдет смена власти в Грузии, с начала 2000-х годов стал предметом кропотливой работы в коридорах как власти как в самом Тбилиси, так в Вашингтоне, Брюсселе и Москве. Естественно, подготовка преемника началась задолго до часа Х, который должен был наступить, кстати, в 2005 году. Проблема власти заключалась в том, что не было ярко выраженного кандидата на пост преемника.
Шеварнадзе, подобно другим постсоветским лидерам, не терпел любого намека на конкуренцию. Хотя о преемнике говорили и говорили постоянно. Кто только не применял на себя кресло президента. Последний персонаж и вовсе был мультипликационным, простите меня. Назначение на место государственного министра – это аналог премьер-министра. Личного врача и друга Эдуарда Шеварнадзе Автандила Джорбинадзе было показателем не только слабости власти, но и безысходности, полной безысходности существовавшего режима. Наиболее вероятным и естественным кандидатом на пост преемника был, естественно, Зураб Жвания. Молодой энергичный политик, пользующийся поддержкой Запада, умевший плести очень тонкие интриги в лучших традициях византийства. Однако здесь было несколько очень серьезных моментов, которые были обстоятельствами непреодолимой силы. Практически все политические соперники тогдашнего председателя парламента понимали большую вероятность его прихода к власти. Грязные кампании по дискредитации Зураба Жвания следовали одна за другой. Кроме всего прочего, сам Жвания не был ни харизматической фигурой, ни ярким оратором, что сводило его шансы к победе на президентских выборах к нулю. Зато в команде Жвания было достаточно людей, способных сыграть эту роль при сильном премьере. Наиболее подходящими были две кандидатуры. Молодой, харизматичный Михаил Саакашвили и способный обеспечить связь поколений Нино Бурджанадзе. То, что в конечном итоге выбор был остановлен именно на Бурджанадзе, абсолютно естественно. Молодая женщина, хороший юрист, дочь своего отца – явно выигрывала по сравнению с импульсивным Михаилом Саакашвили, которого даже тбилисская элита до конца все равно за своего не принимала. Однако с таким выбором не был согласен сам Михаил Николаевич, который слишком буквально воспринял слова президента, сказанные им в вагоне метро, направляющегося на только что открывшуюся станцию имени Важиб Шавелы. Тогда Эдуард Амбрусевич поотечески положил руку на колено молодого кандидата в депутаты парламента Миши Саакашвили и сказал в камеру ведущих телеканалов Грузии: «Вот этот парень – ваш будущий президент». Спустя всего несколько лет его слова окажутся пророческими. В итоге Саакашвили сплотил вокруг себя команду и начал играть собственную игру. Наиболее значимыми членами команды Михаила Саакашвили были депутаты парламента Вано Мирабишвили, Зураб Эдаишвили, Коба Давидашвили, успевший поработать заместителем министра юстиции Ираклия Укруашвили, бизнесмен Бесо Джувели, Гияр Веладзе. Конечно, для партии очень важно иметь харизматичного лидера, способного зажечь и повести за собой массы. Но не менее важно, чтобы рядом с ним находился организатор очень высокого уровня. Тем, кто хоть немного знаком с грузинскими реалиями, нетрудно будет догадаться, что таковым был занявший место генерального секретаря партии Вано Мирабишвили. За короткий срок Вано удалось создать структуру партии, которая сумеет без наличия серьезных финансовых ресурсов организовать марш на столицу практически из всех регионов Грузии. Главное отличие националов от активистов других партий заключалось в том, что в критической массе людей длинной воли у них было гораздо больше. Гораздо более, в общем-то, действительно, это показали последующие события. Кроме того, для привлечения сторонников первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия, националы объединились с одним из наиболее вменяемых на тот момент звиадистов, Звиадом Дизигури, а для получения голосов в Батуми республиканской партии, возглавляемой братьями Берзанишвили. Выборы 2 ноября прошли, как обычно, с тотальной фальсификацией, циничным, заранее известным результатом. Вот только согласиться с такими итогами выборов уже никто не мог. В течение недели вперед во время подсчета голосов выходили то союз граждан, то национальное движение. Задерживались окончательные результаты подсчета голосов в Аджаре и Хвамукартли. Эти два региона были золотым запасом Союза граждан и Союза возрождения. Союз возрождения – это, партия, которая, Аслана Абашидзе, который безраздельно правил в Аджаре. Было понятно, победит тот, кто подаст окончательную цифру последним. После того, как были опубликованы результаты по Аджаре, на первом месте, как нетрудно догадаться, оказался Союз Возрождения. Но спустя сутки пришли результаты из Квемукартли и Джавахети.
Окончательно итоги выборов выглядели так. Первое место – Союз граждан. Второе место – Союз Возрождения. То есть Союз граждан – это партия Шеварднадзе. Союз Возрождения – это партия Абашидзе. И третье место – Национальное движение. В любой другой ситуации население почувствовало бы себя обманутым и все. В любой другой. Но не в этой. У нас украли победу. Эти слова произнес лидер национального движения, речь Тамиша Саакашвили, обращаясь к своим избирателям. Народ, за последние два года уже привыкший к массовым выступлениям, собрался почти мгновенно. Тогда еще мало кто предполагал, что это не просто митинг. Это революция. Трудно сказать, планировалась ли в начале ноября какая-то смена власти. Ставки и без того были очень высоки. Обладать большинством в парламенте в тот период, в период смены власти в стране, шикарная фора. Абсолютно очевидно, что именно этого добивались Миша и его команда. После того, как стало ясно, протестный заряд улицы достаточно велик, к митингу не без колебаний, я помню это, присоединились демократы, то есть Нино Бурджанадзе и Зураб Жвани. Нино Бурджанадзе и Зураб Жвани вместе со своими сторонниками холодным ноябрьским вечером, взявшись за руки, пошли от филармонии к зданию парламента. Тогда уже стало ясно, стратегическая инициатива в руках националов, демократы, то есть партия Нино Бурджанадзе и Зураба Жвани, которые надеялись на безболезненный переход власти в их руки, оказались на вторых ролях. И все-таки революция произошла. Перефразируя слова поэта, если революция случается, значит это кому-то надо. Понятно, кому это было нужно. Это было нужно Михаилу Саакашвили и его соратникам. Поняв, что вопрос с преемником решен, он начал действовать на опережение, как в случае с публикацией в газете New York Times статьи Ваноми Рабишвили. Так и сейчас, выведя народ на проспекты Руставели. По поводу статьи Ваноми Рабишвили я поясню, что... Однако для того, чтобы революция стала реальностью, недостаточно вывести народ. В конечном итоге, но постоят и разойдутся. Для любой революции нужны деньги, средства массовой информации, поддержка мирового сообщества. Те, кто пытаются доказать то, что революция была спланирована на Западе, в качестве доказательства приводят тот факт, что послом США в Грузии в то время был Ричард Майлз. Вот, мол, что вам нужно, специалист по цветным революциям. Однако при этом забывают, что до Майлса, до Грузии, вернее, у Майлса был только опыт Сербии. А ситуация там была в корне иная. Майлс, конечно, специалист, но не по цветным революциям, а по переходу власти к нужной группе людей. Осмелюсь утверждать, что ни Госдепартамент, ни какие другие ведомства не планировали революцию РОС. Власть спокойно, без лишних потрясений, должна была перейти к Нино Бурджанадзе, то есть фактически к Зурабу Жвани. Уже в январе 2004 года, когда избранный президент представлял нового премьер-министра страны, которым стал Зураб Жвани, Саакашвили пошутил на тот счет, что, мол, конечно, хотел бы видеть на посту премьера женщину. Вообще-то у нас женщина должна была быть президентом, мгновенно парировал премьер-министр. Так кто же тогда поддержал Михаила Саакашвили в его борьбе за власть? То, что лежит на поверхности, так это фонд «Открытое общество», иными словами, фонд Сороса. Именно этот фонд спонсировал молодежное движение КМАРа, довольно. И на деньги этого фонда молодые люди предлагали стоящим под пронизывающим ветром митингующим бутерброды и горячий шоколад. Данная организация была возглавляема двумя людьми. Один из них вам хорошо известен наверняка, это Гиги Угулава, будущий мэр Тбилиси. А другая, может быть, неизвестна так хорошо широкой публике, по крайней мере, за пределами Грузии, это Тбилиси. Так вот, эта организация сделала сущим адом жизнь коррумпированных чиновников, чем заслужила искреннюю симпатию среди населения. Идейной опорой националов стала неправительственная организация «Институт свободы». Активисты данной организации стали известны благодаря самоотверженной защите свидетелей Иеговы, которых избивали члены радикальной религиозной группировки, лишенного сана священника Василием Калавишвили. Уже потом, после революции РОС, Василием Калавишвили захватят, когда он скрывался в построенном им же храме, а потом эти кадры, кстати, он не был освящен церковью, этот храм, а потом эти кадры будут показывать, вот смотрите, как националы рушили церковь.
На самом деле, именно благодаря жутким кадрам избиения людей и сожжения библейской литературы и погромов, в всей стране стали известны такие имена, как Гигабог Елец, сейчас это глава Европейской Грузии, и Гиви Таргамадзе. Следует отметить, что для того, чтобы в открытую выступить в защиту свидетелей Иеговы в тогдашней Грузии, требовалось немалое мужество. В условиях тяжелейшего экономического и социального кризиса люди обращались едва ли не к единственному утешению, в церкви, а со всех амбонов раздавались анафемы свидетелям Иеговы, которые, в общем-то, занимались агрессивным прозелитизмом, но вы знаете, что вот столько лет прошло, ну и что вот как были свидетели Иеговы, так и остались. Ничего такого страшного в этом не было. Понятно было, что народ Грузии не собирается переходить в другую, скажем так, секту. Кстати, в недрах того же Института Свободы разрабатывалась и будущая государственная идеология. Хотя, следует отметить, что сама по себе программа национального движения была крайне критичной, состояла из популистских лозунгов типа «борьбы с коррупцией и возвращения вкладов». Немалую роль сыграла и деятельность самого Михаила Саакашвили в качестве представителя Сакребула городского собрания, когда по его инициативе за счет городского бюджета были отремонтированы крыши, подвалы и лифты многих корпусов. Достаточно солидную часть финансирования составляли пожертвования отдельных предпринимателей, которым националы предлагали защиту от произвола и правоохранительных органов. Городская шутка тех времен «Миша, сделай нам крышу» звучала весьма двусмысленно. Отдельное слово нужно сказать о роли телевидения, точнее телекомпании «Рустави-2», основанной тоже одним из членов команды Зурабажвания Эросик Исмаришвили. Ни Зурабажвания, ни Эросик Исмаришвили уже нет в живых. На протяжении нескольких лет с помощью различных ток-шоу и даже мультсериалов расшатывались основы существующей власти. Практика митингов показала, в прямом эфире была опробована еще в 2001 году. Постоянная политическая реклама была направлена не на поддержку какой-либо партии, а именно против существующей власти. Жители Грузии, ну, тех времен, сейчас уже меньше, вот тогда, когда я писал, да, это было, помнят очень талантливые рекламные ролики, типа «Это не их лицо», «Хватит». Почему хватит? Потому что я люблю Грузию. Позднее к информационному обеспечению оппозиции подключился и телеканал олигарха Бадри Патаркасашвили. О нем и его роли в новейшей истории Грузии мы еще поговорим чуть позже, но именно Бадри Патаркасашвили финансировал команду Зурабажвания. Некоторые говорят о том, что националов финансировал другой олигарх, Бедзина Иванишвили. У меня нет информации по этому поводу, впрочем, зная, кто такой Бедзина Иванишвили, могу предположить, что какая-то разовая помощь, возможно, и была оказана. Но ввязываться в политическую игру по-крупному он вряд ли бы стал. Тем более, что в Грузии у него нет бизнес-интересов, на родине он занимается исключительно благотворительностью. Заметьте, это написано где-то весной 2009 года. То есть Иванишвили еще не ввязывается в политическую игру, Иванишвили на родине не занимается бизнесом, хотя ну, какие-то бизнесы у него уже тогда были, это, так сказать, ремарка. Но, в общем-то, Иванишвили достаточно скрытая фигура. Сегодня уже мы можем сказать, что да, Иванишвили тоже оказывал определенную поддержку, насколько я знаю. Однако деньги далеко не все. До выборов 2003 года всем казалось, что Запад сделал ставку на команду Зурабажвания. Ну а Мишу держат в качестве запасного варианта идеальной оппозиции, если что. Но тут, по моим ощущениям, произошло то, чего ожидать не мог никто или предсказать. Саакашвили вновь сыграл на опережение. Говоря о Майлсе, все почему-то забывают о том, что преемник в Грузии должен быть фигурой, которая устраивает не только Вашингтон, но и Москву. Шеварнадзе своими бесконечными метаниями между Москвой и Вашингтоном порядком надоел и тем, и другим. Явные ставленники Москвы, типа Аслана Абашидзе и Джумбера Патиашвили, ну, тоже не устроили бы Запад. Но, скорее всего, в данном случае, на какой-то момент, по прикидкам Кремля, Саакашвили оказался более приемлемым для Кремля, нежели Нино Бурджинадзе. Скорее всего, потому что, наверное, они думали, что он будет более податлив
и более уступчив, нежели Нинобу Дженеза, которая обладала очень серьезным бэкграундом, скажем, бэкграундом, ну, в плане семьи и так далее, и тому подобное. То есть политический капитал у Нинобу Дженеза был посерьезнее. Да, но она была на тот момент председателем парламента, тоже не будем об этом забывать. А между тем в Тбилиси, кстати, происходили очень интересные события. После недельного стояния у стен парламента националы готовились к решающему броску. Рядом с ними у стен парламента уже стояли демократы Бурджана Зажвания и активисты абсолютно пророссийской партии «Единство» Джумбера Патиашвили. Продемонстрировав свою силу, революционеры увели народ с улицы и отправились в регионы. В то же время Эдуард Шеварнадзе запросил помощь у своего заклятого друга Аслана Абашидзе. Располагая неограниченными административными и финансовыми ресурсами, Аслан сумел отправить в Тбилиси не меньше народа, нежели собиралось со стороны революционеров. Синие флаги возрождения, возгласы «бабу-бабу» — это, не подумайте, что здесь плохого, это «бабу» по-грузински — это «дедушка». Я сейчас понял, что звучало на русском двусмысленно. Сотрясали проспект Руставели. Думал ли в это время Аслан Абашидзе, что было бы, если бы его представитель в Тбилиси Цотный Бакури элементарно не прихватизировал большую часть выделенных на выборы денег, или ему казалось, что звездный час настал, и сейчас он уже не упустит шанса заменить старого леса в кресле президента? Мне сложно об этом сказать. Факт остается фактом. Демонстранты, получавшие по 20 лари, это большие деньги тогда, это не нынешние 20 лари, в день, не жалели сил на выражение верноподданнических чувств. Неумолимо приближалась дата первой сессии нового парламента. Для того, чтобы сохранить власть, Эдуарду Шеварнадзе было достаточно даже не аннулировать результаты выборов, а объявить о пересчете голосов и уступить побольше мест в парламенте националам. Однако тут чутье изменило старому лису. Вечером 21 ноября жители столицы Грузии оказались свидетелями необычайно красивого зрелища, транслируемого, кстати, в прямом эфире телекомпании все той же «Рустави-2». Растянувшаяся на многие километры автоколонна со включенными фарами и сигналами в течение нескольких часов ходила в Тбилиси. У всех, кто в тот вечер был у телевизоров, возникло чувство сопричастности к историческому моменту. Но у телевизоров в тот момент, как вы сами понимаете, находилась вся страна. В тот же вечер многие сторонники Аслана Абашидзе неорганизованно сели в поезд Тбилиси-Батуми и вернулись домой. Наступал решающий день, день, которому предстояло войти в историю Грузии. Первое и последнее заседание нового парламента началось, как было запланировано. В зале сидели депутаты от Союза граждан и Союза возрождения, но кворума не было. Не присутствовал в зале и патриарх Илья II. Ситуация изменилась, когда в зал заседания решились войти депутаты от новых правых. Была такая оппозиционная партия, партия, в общем, миллионеров, во главе с Томазом Гамбролицем. Заседание началось, и на трибуну поднялся Эдуард Шеварнадзе. Все это можно было наблюдать по Первому каналу грузинского телевидения. Однако вряд ли кто-нибудь в Грузии смотрел в тот день Первый канал. Телекомпания «Рустави-2» показывала совсем другие кадры. На маленьком экране в верхнем углу шли кадры заседания парламента. Тогда как на весь экран транслировались кадры с площади Свободы и проспекта Руставели, куда по призыву Саакашвили вышло более... Вот тут... Я пишу 150 тысяч, конечно, это перебор. Потом при пересчете, когда я уже начал узнавать точно, сколько помещается и так далее, тогда было 1070. И это самый большой митинг в истории Грузии был. Некоторое время напротив парламента еще занимали сторонники Аслана Абашидзе, огороженные автобусами и грузовиками с песком. Это был самый опасный момент, когда сторонники революции начали перелезать через автобусы. Ну, тогда могло случиться что угодно. Однако по ту сторону баррикад стояли те же люди, измученные теми же проблемами и не желавшие защищать опостылевшую власть. Вскоре автобусы и грузовики с песком были отогнаны.
И весь проспект Руставели со всеми прилегающими улицами превратились в море людей, требующих перемен. Остановить такую массу невозможно. Тем более, когда происходит невообразимое. Заместитель министра госбезопасности Ираклий Алассани, еще один очень важный персонаж грузинской истории, по прямому указанию своего шефа Валерия Хабурдзяня, широко распахнул двери перед митингующими, центральные ворота парламента, перед митингующими. Экзальтированная толпа едва ли не на руках внесла своих лидеров в законодательный орган. И последний очень интересный момент, это он не так хорошо известен публике, это неожиданная заминка у дверей в зал заседания. Согласно действующему законодательству, в зал заседания имеют право входить только депутаты. Именно об этом напомнил Зураб Жвания, и его сразу же поддержала Нино Бурджанадзе. Именно тогда Саакашвили произнес фразу, перевернувшую историю Грузии. Или это будет наша революция, или это будет моя революция. Выбирайте. Кадры последовавших за этим событий обошли весь мир. Ворвавшись в зал заседания парламента с группой своих сторонников, Саакашвили сорвал легитимизацию нового законодательного органа. Шеварднадзе был поспешно эвакуирован своей охраной. Власть практически перешла в руки революционеров. А в столицу Грузии прибыл председатель Совета Безопасности России Игорь Иванов для того, чтобы обсудить с Шеварднадзе условия передачи власти и гарантии. Спустя сутки Шеварднадзе подаст в отставку, а Нино Бурджанадзе, как председатель парламента, приступит к выполнению обязанностей президента Грузии. В тот вечер ни у кого уже не было сомнений, что новым президентом Грузии станет Михаил Саакашвили. Он это заслужил. Я не знаю, насколько я оправдал ваши ожидания этим рассказом, но вот что помнил, честно говоря, были кое-какие моменты, на которые, например, с Иванишвили, что Иванишвили не вмешивается в политику вообще, и странно было бы, что, я тогда так думал. Жизнь это поправила, и поправила, к сожалению, очень серьезно. А в общем-то на этом все. Большое спасибо, что были сегодня с нами. С праздником Георгопова, с праздником Святого Георгия. И с 18-й годовщиной революции Рус. Того самого события, которое перевернуло очень серьезную страницу в жизни моей страны. Грузия стала превращаться из какой-то территории в организованное государство. Обо всем этом, если сейчас зайдет хорошо, если будут лайки, если будут просмотры, я постараюсь рассказать, причем постараюсь рассказать не один, а уже с теми, кто непосредственно тоже участвовал в событиях, потому что я думаю, что жанр мемуарной, скажем так, это не литературы, мемуарного видео, он очень важен. Очень важен хотя бы для историков будущего. Большое спасибо еще раз. Всего доброго и до новых встреч.